Всем привет! Сегодня я покажу вам, как не вылетать со своего или какого-нибудь другого аккаунта Counter-City, то есть, чтобы никто не смог зайти, но в то же время вы могли спокойно играть. Для начала заходим в игру через Яндекс.Браузер, затем копируем свою игровую ссылку и скачиваем Google Chrome, вводим в поиске расширение Google. Если что, прямая ссылка на магазин расширений будет также в описании. Вводим в строку поиск Easy Auto Refresh. Название расширения также будет в описании. Устанавливаем. Дальше вставляем ссылку в адресную строку в Google Chrome. Как мы видим, в правом верхнем углу появился такой значок расширения. Если у вас не появился, то перезапустите браузер. Если кто не знает, перезапустить браузер — это закрыть его и заново открыть. Нажимаем на значок расширения, пишем в поле 3 и нажимаем кнопку Start. Теперь если кто-то попытается зайти на ваш аккаунт, у него остановится на проверке авторизации, и при этом вы вылетать не будете, сможете спокойно пользоваться товарищами и играть. На этом все. Надеюсь, помог вам. Если что непонятно, то пишите в комментариях, а лучше напрямую мне в личку ВК. Все ссылки в описании. Всем спасибо за просмотр и пока.